Молодцы, идем. Могло носу. Красиво полетело. Напомню вам историю нашего поля. Посев здесь был, по-моему, в конце сентября. Высевали мы около 250 килограмм пшеницы журавка. Это на метр, грубо говоря, 95-100 штук. Ну там схожесть, естественно, минус 5% и так дальше. Всходы мы получили только после продуктивного дождя в ноябре месяце. Потом был сильный мороз у нас в ноябре. Раз, там что 18 градусов, по-моему, присадил ее сильно. Потом в марте у нас был еще мороз, который поразрывал некоторые растения пшеницы. При посеве у нас никаких добрых здесь не было. Только был подсолнух посеян с удобрениями. И эти полоски, где были, ну, рядки подсолнуха, сейчас заметно очень видно. И еще хочу вам добавить. Здесь посеяно у нас получается два сорта. Нас не хватило досеять. Тут около 1,5 гектара. Получается слева журавка, справа Богдана. И скажу вам еще, что делалась одна подкормка с селитрой, где-то килограмм по 110. И одно опрыскивание было. Это фунгицид, гербицид, карбамид и все. И вот это вот, в общем, мы имеем вот такой вот вид. Это вот Богдана. Такая реденька стоит. А это журавка. Но с этого края пшеница хуже. Потому что там под лесополосой, там как бы было, ну, такой, как бы вам сказать, более благоприятные условия для пшеницы. И сделаем для себя вывод, какая пшеница в этом году показала лучший результат. По гербицидам мы обрабатывали здесь 15 грамм Грандстара и 150 грамм Альфы Декамбы. У нас здесь поле после Грандстара устойчивого подсолнуха. В общем, подсолнух весь забрала. Ну, амброзия, видите, сейчас как бы уже отходит, подходит. И фунгицид у нас был Феникс обычный, карбамида 10 килограмм. В общем, и инсектицид мы добавляли сразу при опрыскивании. Видите, вот раз, вижу, два есть. Но это вообще не критично, такие потери. Вон еще одну вижу. Ну, есть, пара штук валяется. Но это как бы не критично, вроде нормально с потерями. Вот пшеница. Видите, дробленки вроде нету, но есть вот это вот недомолот. Хотя эта пшеница легко молотится. Это остыста пшеница. Что-то чуть-чуть не домолачивает. Уборка у нас вроде началась отлично. Потом, естественно, там были некоторые моменты. Забились соломотрясы, потому что там торчали палки от подсолнуха. В общем, почистили. Это заняло 2 часа примерно. И уже после обеда, ближе к 3 часам, начало затягивать циклон, сильный циклон. И, в общем, как бы мы не стали ждать, пока весь дождь пойдет. Уехали с поля там около, не знаю, 4 часов. А уже через полчаса улупил дождь. Вот. Продолжение видео, естественно, будет. Я вам тогда уже расскажу, какая пшеница уродила лучше, Богдана или журавка на данном участке. И сделаю какой-то экономический просчет, как, сколько мы вложили в это поле денег. Естественно, в этом году очень сильно помогли нам дожди. Потому что если бы не дожди, в мае месяце мы получили урожай 10 центнер. А так урожай около 4 тонн с гектара. Я рад просто неимоверно. Уборка обещает быть веселой. Затягивает фронт, косили мы не очень много, может, гектар
7 максимум. Вот. Переехал я свой основную камеру на тракторе, представляете? Капец, да? Жесть. Вот. Теперь даже не знаю, как у меня получится монтировать ролики. Вот это капец, мы прям вовремя уехали, я только что прицеп разгрузил. Гляньте, ебан. Вот это дождь улупил, а я, бля, хотел их подкидать трактором. Ну ладно, сейчас попробую. Вот это пипец. Молния, жесть. Не, наверное, посижу еще.